очень рады, что смогли сделать это мероприятие, открыли в Пятигорске клуб «Шанс». Мы верили в то, что мы это сможем, и верим в то, что наша деятельность сможет принести пользу людям. Мы хотим, чтобы все люди, даже самые простые, смогли увидеть Францию, что называется, открытыми глазами. Женщины города Пятигорска. Я категорически поздравляю вас с тем, что у вас открылся в городе парижский клуб. Наконец-то я дождался этого момента, побратались два города. Париж и Пятигорск. Сколько судеб, столько дорог. Каждому из нас свой мир. Мы здесь собрались на инаугурации клуба «Шанс». Сегодня мы здесь открыли его филиал. И у нас приехали сегодня ребята из Чечни. Я очень рада. Их приехало около 10 человек. Было очень приятно присутствовать на открытии клуба «Шанс». Я спел там несколько своих песен. А также познакомился с очень многими хорошими людьми, как Татьяна, супруг ее. В общем, хочется пожелать успехов, счастья и удачи. Хочу сказать, что это событие, то есть инаугурация клуба «Шанс», был очень необычным и выдающимся мероприятием. Extraordinaire par sa couleur, par la musique, par l'enthousiasme. Необычный по своему колориту, по музыке, по энтузиазму. Et par la bonne humeur et le sourire de toutes les personnes qui ont participé. И чувством юмора и улыбок всех, кто участвовал в этом событии. Разлучить нас нельзя. Все люди на земле говорят, что братья. И когда эти братья с разных стран встречаются в одном теплом месте, в такой дружеской обстановке, в которой мы сегодня побывали, спасибо вам большое, «Шанс». Это просто здорово. Друг другу поможем найти.
сегодня замечательное событие. Мы стали сотрудничать с Францией, что позволит расширить помощь, которую мы оказываем людям. Мы вышли на международный уровень, и это замечательный праздник как для нашего фонда, так и для всего города Пятигорска и для всех людей, которым мы помогаем. Вот нам очень понравилось. Здесь хорошие люди, здесь все сделано от сердца, с любовью. Чудесное мероприятие, позитивное, красивое. Одновременно звучит французская музыка, одновременно кавказские танцы. Это то, что объединяет людей, страны, способствует миру во всем мире. За что мы и будем в нашем клубе участвовать, правда? Как за мир и дружбу. Как говорят французы, он отмон до ножи, он ножом. Плавать учатся плавая. И сегодня у нас получился великолепный заплыв. И надеюсь, что нас ждут дальние прекрасные берега. Да здравствует Париж! Да здравствует Франция! Да здравствует Россия! Да здравствует Пятигорск! Сохраним край родной ради счастья детей. Расцветай шар земной в мирном блеске лучей.